Всегда с коммунистами рядом советской страны комсомол. Патриотизм, активная гражданская позиция, стремление к учебе и труду. Движение первых – продолжение добрых традиций, заложенных комсомолом и пионерией. В преддверии 105-летия в ЛКСМ в городском музее прошла торжественная встреча. Лауреаты премии Ленинского комсомола в области науки и техники, ветераны Кремлевской комсомольской организации поделились воспоминаниями и опытом со школьниками Сарова. Мы всегда встречались. Мы проводили мероприятия, совместные мероприятия, делились опытом. К нам все время приходили секретари городского комитета комсомола, советовали, как, что организовать, как провести. Вот эту преемственность поколений надо возрождать. Лауреат премии Ленинского комсомола Валентин Николаевич Коршунов вспоминает движение как огромную объединяющую силу. В атмосфере дружбы и равенства саровчане трудились на заводах, в сельских хозяйствах, проживали яркую спортивную и культурную жизнь. По его словам, очень важно передавать свой опыт подрастающему поколению. Рад, что пришел сюда, увидел старых товарищей, которые, правда, наши ряды поредели, но все равно. И впечатляет то, что да, что в настоящее время есть такие встречи, и это очень здорово, и это нужно поддерживать в дальнейшем, потому что с молодежью, которая в настоящее время у нас есть, с ней нужно работать. Заместитель главы администрации Илья Волков вручил ветеранам благодарственные письма, после чего гостям встречи предложили посмотреть экспозицию «Комсомол. Моя судьба». В ней представлены архивные фотографии Саровского движения, где можно с легкостью узнать лица жителей, которые до сих пор активно участвуют в общественной жизни города. Также посетителям выпал шанс увидеть редкий экспонат – Орден Трудового Красного Знамени, полученный в 1974 году. Встреча открыла цикл событий, приуроченных к юбилею создания в ЛКСМ. Завершением празднования будет торжественный вечер в Доме молодежи 30 октября. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.